следующие 24 часа сохранится переменная облачность. В Бричанах, Сороках и Бельцах максимум 5 градусов, в Аргееве не более 6. В Тирасполе термометры покажут до 7, а в Лёва до 8 градусов, в Кагуле и Камрате до 9. Погода в столице существенно не изменится. Днем до 7 градусов, ночью максимум 1. Во второй половине недели температуры будут варьироваться от 8 до минус 1. И о погоде в Европе. В Лондоне ожидается до 13 градусов, в Париже максимум 11. В Берлине еще меньше, до 8, а в Вене до 7. В Мадрид придут дожди, температура поднимется до 11 градусов, в Риме до 16. Всего 2 градуса тепла будет в Праге, небо закроют тучи. В Варшаве до 4 градусов, столько же в Будапеште. 9 градусов покажут термометры в Белграде. Такой же температура будет в Бухаресте. В Киеве до 5 градусов, в Москве 0. Анкару ожидают 9 градусов, Афины 15, без осадков.